Я была категорически против покупки собаки моей дочери. Да, из тех мамаш, которые вечно твердят об ответственности. Особенно, если это касается животных. Но увидев эту малышку с томным взглядом, еще раз убедилась, моя дочка молодец, что настояла на своем. Так что знакомьтесь, это девочка, 1.5 месяца, новый член семьи, зовут ее Нори. Вспоминая великие слова, мы в ответе за тех, кого мы приручили. Будем любить, баловать, ну и, конечно же, заниматься с ней. Уже в первый день она хорошо покушала, поиграла и нашла свое любимое место. У теплой батареи на пушистой белой подушке. А в моем телеграм-канале теперь будет еще больше интересных кружочков. Подписывайся.